Новый комплект средств индивидуальной защиты для медицинского персонала доставили врачам активисты ОНФ Республики. Благотворительная помощь ковид-госпиталю осуществлялась в рамках общероссийской акции «Мы вместе». Подробности у Али Баташева. Только такой костюм обеспечивает надежную защиту от заражения новой коронавирусной инфекцией. На территории ковид-госпиталя на базе противотуберкулезного диспансера «Черкесска» не встретишь людей без защитных масок. Они необходимы и врачам, и техническому персоналу, и посетителям. Костюмы и очки, респираторы, перчатки и маски на сумму порядка 500 000 рублей доставили в лечебное учреждение активисты ОНФ. Рады всяческой помощи, в том числе такими средствами защиты, какие вы сейчас нам предоставляете. Мы будем уверены, что наши сотрудники будут защищены, останутся здоровые. И огромное-огромное спасибо тем организациям, которые вот так нас понимают, поддерживают. Мир не без добрых людей. СИЗы привезли достаточно хорошего качества. Сейчас вот проверили с медиками вместе, посмотрели. Они им действительно помогут, особенно с учетом этой жары и тяжелых условий, в которых им приходится работать в красной зоне. До этого мы отвозили СИЗы уже, вы знаете, в Зеленчукскую ЦРБ, Адыгехабльскую ЦРБ, в Усть-Жгутинскую ЦРБ. Региональное отделение ОНФ надеется, что благодаря всем неравнодушным физическим и юридическим лицам акция «Мы вместе» будет продолжена и поможет врачам эффективнее противостоять новой коронавирусной инфекции. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.